Вчера программа «Республика» рассказывала о потопе, который произошел на цокольном этаже торгового центра «Ярмарка». Предприниматели спасали от большой воды свой товар. Со слов бизнесменов, ответственность за случившееся администрация торгового центра нести не собирается и компенсировать убытки тоже. Кто должен ответить за случившееся согласно действующему законодательству, нам рассказала специалист компании «Гарант» Чебоксары. Вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Если ваш магазин или нежилое помещение затопили, вы имеете право на возмещение ущерба, предъявив требования к виновнику. Это могут быть коммунальные службы, арендодатель, либо один из арендаторов части помещения, по вине которого произошел залив. В случае, если имущество застраховано, при наступлении предусмотренного в договоре страхового случая, необходимо обратиться в страховую организацию с заявлением о выплате страхового возмещения.